Привет, интернет! Сегодня у нас 30 апреля. Да. 30 апреля. Мы, короче, с Данилой поехали на разведку. На китайский Лихачевский рынок. Мега межнациональное, межкультурное место напротив мечети. Напротив мечети и рядом с цирком. Иногда мусульмане путают мечеть с цирком. Только приехавшие. Никита говорит, что там на базаре есть венсы по 1000 рублей. У меня как бы якеды все уже прикупил. Я не знаю, мне, наверное, не нужны. А Никита настроен серьезно. Говорит, что, блядь, без венсов не уйду. Венсы, блядь, банани, нахуй, у нас продаются по 5000 рублей. Поэтому едем на хач-базар проверять, есть ли там венсы за рубас. Ну вот мы и приехали в это культовое место под названием ЦГЯ. Здесь находится цитадель китайской продукции. Ширпотреба. Ширпотреба, нахуй, всего. Всех подделок, 90-е это было культовое вообще место. Здесь только здесь можно было приобрести. Да. Раньше вещь. Не было никаких торговых центров. Нет, до сих пор сетях. Подают DVD-диски и аудиокассеты. Вот, ребята, закачка на флешку, блядь. Ну что? Это. Я называю, кстати, это место машиной времени. Вокруг песенки везде такие. Все вперед двигается. А тут до сих пор подаются футбол группы Ария. Кстати, здесь же культовый магазин, вот он тоже всякая вот барахлишка. Не, вон там, вон дальше. Вон тоже. Там я вон уже упалю, кстати, венс, блядь, красный. Где? А, вон всякие New Balance, венс, все есть, короче. Вау, ништяк. Все, ребята, заходите сюда. Че, мы куда двигаемся? Здравствуйте, уважаемый. Здрасте. Можно вас? Да? Орехи. Че хотел? Давай, передавай на YouTube привет. На YouTube? Да. Здравствуйте, все. Рассказывай, что хотел. Вам что интересуется, если не скрыт? А мы кеды ищем. У тебя таких нет, все. Вам конверсии надо? Венс. Размер? Опа. Его размер. Какой? Да, ваш размер 44-40. Какой? Есть, пожалуйста. 44-45. Вот ванс, пожалуйста. Угу, давай. А есть другие? Без полоски, да? Ну да, они есть. Есть такой тоже. Ну тут такой, да. Клей что-то потёк там. Мы пока прогуляемся, короче, к тебе вернемся, если что, пошли. Мы здесь живем. Подожди, пожалуйста, мой огород. А? Мой огород. Да подожди, нас интересует наш огород, блядь. Короче, опасно, ну да, ходить вот уже с камерой, блядь. Да, они все жаждут внимания, все хотят быть звездами Ютуба. Техника активных продаж, короче, вот они. Блядь. Ну, им надо куда-нибудь в СММ идти, там, в соцсетях доставать людей. Так вот, я к чему, мы на чем остановились-то? То есть машина времени, короче, и можно переместиться в 90-е. Типа, можно, кстати, даже здесь это, устраивать эти туры, типа, знаешь, для гостей, которые приехали из других городов. Здрасте. Нельзя. А, нельзя? Покупатели повалили. Что она сказала, блин? Так я... Говорит, ниндзя. Ниндзя, я так тоже подумал, ниндзя. 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 Ладно, пиздуем дальше. Ищем венс. Вон здесь тоже всякое есть. И New Balance, и Nike, и все подряд, короче. Чего хочешь, блядь. Вон даже кепки венс есть. Причем, короче, все по-любому в тайне ходят сюда и покупают все здесь. По 400 рублей, наверное, по одному кроссовку, да? На YouTube передавай привет. И чем дальше заходишь, тем больше вопросов начинаешь задавать. Ну да. Просто фотку нахуй подай. Да вот сюда закидывай уже. Может, это нужное что-то. Нужное бы не стояло. Идем дальше. Рекламу сделаем. У тебя народ идти. Повалит. А есть чем типа ложки или что-то такое? На вторую ногу помей. Ну, может, у тебя одна нога больше, другая меньше. Так, а чего они по деньгам? Ровно давай. Нам скидка нужна, короче, за съемку, за рекламу. Мы тебе народ сейчас задвигаемся. Но. Как влитые? 500 рублей. Как? Сколько? 500 рублей? А, это 2500. 2500? Да. Какой это 2500? 2500. У меня приятель здесь за 900 у вас такие брал. Ждем старшего. All Stars тоже, Converse, блядь. Он New Balance. Как бы нам пизды не дали. Этот наснимали кого-то компромата. Пришли шантажируют еще. Почем? За 900 он у тебя брал? Это честно, хотя без дай ровно. Так он взял за 900, а я что дороже буду брать? Ну, давай, давай. Канал может это, если есть, Никита Годзилла, прям на телефоне сейчас открой на YouTube. Это... Бери быстрее и убегай. Чего? За 900 пока дают. Грабишь людей. А? Пакеты же. Все, поможешь. Какой павильон такой? 442-й, да, павильон? Да. Все, короче, все сюда валите, ребят, за кедами. 2500, короче, хотели наебать нас. Не, а что бы тогда не закинуть удочку? 2500. А, вот. Нет, ну ладно. Согласился, нет. Так а вот в этом-то и вся прелесть рынка, как бы он так и работает. Они на шару называют цену, ты как бы либо соглашаешься, либо нет. Ну, иногда упираются, да. Вообще, я хотел еще сходить в Гранд. А что там? Я хочу себе рубашку. А, гавайскую? Да. Так, ну вот, у нас, короче, контрольная закупка с Данилой сегодня.
В общем, смотрите, ребят, Kia Vans можно купить за 800 рублей, за 900 рублей. За 900 рублей. Ну, можно, наверное, и за 800 торговаться. Не, ну, там край... Ну, да, можете попробовать, я не знаю. Ну, я просто с другой вопрос. Сколько они в закупе, блядь, стоят у них? Ну, есть местами косяки. Ну, это же кеды, их, блядь, убивать. Ну, понятно, да. То есть, вот, ты берешь их и убиваешь, ходишь. За 900 рублей самое то. Конечно, а такие же кеды, блядь, ну, может быть, не такие же. Я уверен, совсем... что точно такие же. В банане, ребята, за 5 рублей, ага. 5 тысяч рублей. Только они также ходят по базару, собирают это все и у себя выставляют. Ну, просто 5 штукарей там и 900 рублей здесь, ну, на рынке. Да. А в стране кризис. Че, идем в поисках гавайской рубашки для Нанила. Если у вас есть какие-то предложения, вы знаете, где ее найти, пишите. В комментариях. Да. Пока мы найдем просто платье. Давай какое-нибудь платье возьмем. Не нашли ни хера. Нету тут. Анти-сошел клаб, блядь. Вот это. Всю жизнь мечтал. Вот, вот это надо заснять. Я уверен, моего размера нет. Не хочешь Суприм, блядь. Тест-драйв сразу делаем кедом. Сегодня буду в них ходить. Может быть, они нахуй и рассыпятся. На поэтов улиц там или как съездим, посмотрим, короче. И я вам расскажу, насколько их хватило. Прикинь, сколько можно пар купить в Венс. На 5000 рублей сколько? 5 пар можно. 5 еще пар, и... еще останется на пиво. Да, да. Идется видеонаблюдение. Короче, мы приехали в Ашан. Ой, в Ашан, в гостинку, блядь. Теперь будем здесь все смотреть. Я вам хотел давно показать. Отличные картины, все такое. Главное, чтобы нас не замели за съемку. Тебя? Что? Ася, телефон. Нет, он, смотри, блядь. Че? Стоят, прошайничают. Нет. Давай панком сядку, подожди, давай, подожди. Держи мне деньги. Да я там, блядь. Давай, снимай. Давай. Благотворительно. Местные смотри. Только чур, чур, чтоб деньги на героин потратили. Умылась росою, здорово. И к нам повернулась рожа смещалась. Со мной попрощалась старуха с косой. Вот так можно бабки зарабатывать. Делайте что-нибудь, вам будут подкидывать мелочь. А не стойте просто так, блядь. Примерно вообще в день вот сколько можно заработать на гитаре? Ну, смотря какой день, смотря где стоять, вот максимально у нас было 2000. Максимально? Да. Ну там, да, часа за 2, наверное. За 2 часа 2 рубля. Ну это вы, наверное, Мур купили. А где мы... стоите-то вообще, по идее? Ну, ну раньше мы в парке Металлургов стояли на входе в парк. Как зовут? Леха. Никита. Да. Нормальная тема. Данила. Так что Данила. Нужно, Данила. Короче... Откуда? А? Отсюда же? Да? Не, наклеил просто реклама. Вот это вообще, да. Нужно прийти и сказать, ребят, мы около вашего магаза будем стоять, песни петь, как бы, блядь, давайте. Учитесь играть на гитаре, учите песни, и можно херачить. Ладно, чуваки, давайте давай, дальше. Пока. Короче, ты на гитаре играть умеешь? Да. Я песни на гармошке могу. Давай замучим какой-нибудь флешмоб адский. Давай, блядь, посмотрим, сколько заработаем. Чем хорош фамилия с магазин? Тем, что там какие-нибудь, можно найти, там, не знаю, DC, блядь, кеды. Ну, то есть, да, из магазинов, которые там уже мода прошла, типа, устарела старая коллекция, да, они да. Здесь их сбагривают. Венсы там тоже есть, кстати. Мы, короче, если увидишь эти венсы, да, хуеешь. Телефона из 2005 года, короче, в которых Кори Тейлор пел, блядь, в песне. Да-да-да. Оно? Грязный, Веснюков, блядь, блядь. Поношенные панками. Хера еще цена 1300, блядь. И тут неудача постигла наших героев. Шляпа. Как вам шляпа, ребят? Шляпа обычная. Зажечь. Снимаем интерьер. Все тут, короче, как в этом зоопарке жрут, сидят, блядь. Школа рока, красный металлург. Хочешь делать рок, иди в школу рока, красный металлург. Ну вот что, ребятки. Гавайскую рубашку ни хера не купили. Зато с рубаса, с сотки, которая осталась со сдачи скет, можно купить 2 бургера целых еще. Теперь мы поехали на рэп-баттл, если это можно так назвать. Хам слился, короче. В общем-то, мы, по идее, сам должны были ехать снимать. Но хам превратился, короче, в Данилу. Это, по сути, версус баттл, только, короче, без алкоголя, без мата. Короче, доехали мы с Данилой. Доехали мы до BQ, закроем, короче. Нехуй рекламировать, пока нам не платят. В общем-то, здесь находится это тайм-кафе элемент. Неблагонадежный элемент. Да, Данила сетует на то, что если уличные поэты, пиздуйте на улицу. Ребята, пиздец, как охота срать. Привет.
Уличные поэты выходят. И они напишут мне ВК, мол, ты что такой злой, вечно в грусти, печали, но слышишь, ты падал, запомни, что нет ничего хуже меня. И формат моей музыки здесь не подходит. И скорее всего мы сменим жизнь на бутылку. Но я лучше буду тощим и бледным, чем тупым и веселым, как вы. Я победил или проиграл, правда, не важно. Не нужны полнейшие сливы, мои зашквары каждый тут знает. Они сюда тупо пришли поглазеть и думать на текстом артиста, не для них это дело. Пойми. Зовут тебя как? Саш, проект стартанул, вводи 140 BPM поскорее. Раунд. Без объяснений понятно. Все ради чистого хайпа. И поэтому я Клау, кстати, ненавижу. Как кровного врага. Потому что, посмотрев глаза человеку, что пишет Клау, ты не увидишь правды, ты не увидишь лица. Новая школа — это не для меня. Ведь я не любитель вранья без стыда, ведь я собирал свой стиль по кополям, то по полям, и гриб без того не разбитого разума. Вот бы четверостишечный. Я пойду покурю. Ну, ты что скажешь? Да что-то никак вообще. Чего они такие все забывчивые? Что-то они какие-то все двоечники. Подглядывают свои телефоны, блядь. Ну, я пиздец, блядь. Не говори. Тексты забывают, рифм никаких, блядь, ни одной я не услышал. Ну, что-то есть там. Там что-то есть, вот второй пацан вроде так это. Что-то там рифмовал. Может, если их на MP3 послушать, когда они в студии, может, они получше. В чем соль? В чем? Почему ты забываешь? Почему ты забываешь текста? А, блядь, потому что я готовился примерно 3 дня. Ну, где-то так, от силы. Факт в том, что я... А они сколько, год готовятся, что ли, остальные? Погоди, давай попозже, у меня интервью тут берут. Я сюда прихожу, потому что мне нравится рэп, а рэпом нравлюсь я. И у нас отношения, и мы... Я теперь уже второй раз... Отношения, факт. Это факт. Только, блядь, я забыл текст, и это не было прикольно, но я выиграл. Приходите все, получается, в следующий раз ждем всех, я обязательно буду. Ну, там попытаюсь не забыть текст. Это был с нами кто? Стив. Стив. Это Стив Джобс. Несмотря на обучение. Чему? Вот, чему? Теперь 2 косаря, да? Да, у меня 2 косаря в прошлый раз было. На билет Жека Расту, обучение в Outline. Знаешь, что люди бесплатно. Да, и... 20% скидка. И у меня руки трясутся, но я не наркоман. Едем дальше. Научится водить, парень, теперь. Все нормально. Здравствуйте. Оп, набатлились. Это батл рэпер. Как это? Прозвище синий. Нет, это батл рэпер, знаешь, это батл от слова бутылка. Типа он такой. Батл рэпер. Это здесь проходит батл. Здесь батлы дают, где мне надо батла немного. Короче. Я уже 2 батла выпил, короче, третий надо. Я уже победил 2 батла. Хватит, наверное, на сегодня снимать. В общем-то, наш день подходит, вечер и подходит к концу. Короче, мы поехали на автомойку.